разряд. Я помню, в 92-м году в Светлогорске, тут наши БНФ разошлись, и было такое, я на этой на остановке, так один говорит, в армии служил? Служил. Этот, за Сталина кричал? Кричал. Так, ну я уже повторяю, мне не приходилось это, ну что вы сказали, да. Так скажи спасибо, что тебя не расстреляли. Это вам сколько ему лет было, когда он вам это сказал? Да, в 92-м, когда это сказал. Это вам. А кто говорил, сколько лет было? Ну, а ему, может быть, на 10 годов моложе меня был. Ну, он был полицай, или где, я не знаю. 50% людей хороших, 50 плохих. Мы сами должны выбирать, куда мы будем вставать. В хорошее или в плохое? Я вам хочу такое сказать. Я бы не сказал, что 50, большинство хорошее. Это вот оптимизм, вот у меня бабушка тоже так говорит. Я смотрю то, что сейчас происходит, на маленькое поколение. Сейчас знаете, сколько вот вы увидите на улице, сколько маленьких мальчиков и девочек в форму одеты. Да. Маленьких деток возят, а одеты в форму. Вот, вчера я был на концерте, все понравилось. Хорошо, только знаете, что вот так много этих поздравлений, все, а мне как-то неудобно. Почему? А потому что я помню тех, которые больше заслужили, где остались, вот, скажем, погибли. Вот, ну и кто же служит, конечно.